Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы посетим Мадонский музей и посмотрим, какую одежду и украшения носили древние предки латышей. Этнографическая национальная одежда долгое время была не одно и то же. Исследователь костюмов и историк Анетта Карлсоне объясняет разницу между национальным и этнографическим костюмом. Она говорит, что этнографическая одежда и украшения хранятся в фондах музеев. Это археологические находки, части костюмов и украшений, найденные во время раскопок в могильниках на современной территории Латвии, которые были реконструированы. В доисторические времена умерших хоронили в богато украшенных бронзой праздничных костюмах с ювелирными изделиями. Информация об этих нарядах относится к VII-XIII векам. Латышским национальным костюмом исследователи современной материальной культуры называют крестьянскую праздничную одежду, которая создавалась и развивалась на протяжении многих веков и просуществовала до середины XIX века, когда ее постепенно заменила городская модная одежда. В одном из моих следующих фильмов я расскажу вам про латышские национальные костюмы. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте новое и заряжайтесь положительной энергией вместе со мной. Ваша Зажигалочка.